Владимир, 33 года. Жена объявила Владимиру, что поедет навестить больную бабушку, а сама провела выходные в подмосковном санатории с любовником. Узнав о предательстве, Владимир выгнал супругу из дома. Владимир – юрист в международной компании. Гордится тем, что он не способен на подлость и никогда не лицемерит. Предупреждает, что он заядлый футбольный болельщик, поэтому супруга должна отпускать его в спортбары и на футбольные матчи. Владимир признается, что ему будет скучно с тихой домашней девушкой. Его избранницей может стать красивая, эмоциональная женщина с сильным характером и широкой душой. Владимир, рада познакомиться с вами. Очень приятно. Спасибо. Я думаю, вам повезло. Проходите, Ириночка. Мне кажется, она намного проще, чем себя преподносит. Ириночка, я извиняюсь, здравствуйте. Вот прежде чем начать с вами знакомство, можно я закреплю походочку вашу, повторю, мне очень это важно для работы. Потому что я впервые видела такую походку. Просто не вот сейчас я натяну себе здесь. Я вам должна помочь? Это запомнить, потому что я такого не видела никогда. Вам помочь? Я такого не видела. Волнение. Я это должна на полу согнута. Так, все, запомнила. Детка, кто научил? Откуда вдруг такие манеры у нас? Ну, как-то, может быть, они были в крови. Я не знаю, я плохо знаю своих родственников, только родителей, бабушек. И в основном вот только спасибо, родители. Спасибо. Подружек, сейчас с кем пришли, хорошо знаете, назовите меня. Это Миланочка, это Кристиночка, я их обожаю. Они очень какая прелесть. Давайте на вас посмотрим. Ирина, 28 лет. Риэлтор, мечтает о большом загородном доме и о 5 детях. Гордится тем, что в 9 лет заработала свой первый миллион, продавая пирожки. Предупреждает, что раз в месяц ведет себя невыносимо и может устроить скандал. 8 встречалась с женатым мужчиной, который задаривал ее дорогими подарками. Рассталась с ним, когда тот отказался разводиться с женой. Надеется, что с Владимиром у них все сложится иначе. Так. Стойте. Где-то я уже слышала про раз в месяц скандалы. На самом деле, да, есть такая история, что раз в месяц мне хочется, чтобы человек понимал, чтобы он понимал настолько, чтобы он понимал вашу значимость в ее жизни. Сейчас я тебе дам раздать, сейчас ты знаешь. Но гораздо больше мужчины любят и уважают, когда вы тоже про себя все понимаете. И это называется интеллигентность. Да. Когда вы идете в аптеку, вот просто с Катей из первой комнаты задружитесь, и она вам просто выписывает таблеточки, и вы их принимаете раз в месяц. И все будет хорошо. Чего так распускать-то? Ну хорошо. Доходик какой должен быть важен. Месяц? Ну, от 1 000 000 рублей хотя бы. Хотя бы, да? В месяц? Да. В месяц. Хотя да. бы. Ну, мы у нас квартира на Новорижской. А что, есть такие мужчины, которые хотя бы от 1 000 000, да, срабатывают в месяц? Ну, это же, ну, я тебе скажу, что это серьезно, я сейчас не идиотичный, конечно. Я тебе могу сказать, значит, мужчина, который зарабатывает столько, у него требование какое? Целомудренное, до 22 лет, из хорошей, обеспеченной семьи, ну и с таким приданным, ну, что не стыдно было бы. Вот все, пожалуйста, и будет вам счастье. Да, а для меня будет счастье посмотреть на сюрприз, который вы приготовили. Пошла. Вот как? Девушка-шоу прямо, я бы сказала так. С такой, наверное, не соскучишься. Мне кажется, она сама себя хочу. Вот она вышла, пока... Ну да, вот смотрите, немного обожания. Посмотрите, какая я в своей персоне. А она не смотрит на него. Спасибо, Ирина, спасибо вам, девочки, проходите в свою комнату. Счастливые люди, которые так от себя кайфуют. Вот она прямо вот видела себя со стороны, как она это пела, окружила себя такими подружками простенькими. И прямо вот что ни слова, то одаривала.
Вот ты удивительно, кто ему это внушает. Какая Нет, смелая. А она же в этом уверена абсолютно, что она идет по жизни победительницей, и не важно, что вокруг трупы, слезы, беды. Одной ногой пишет, другой зачеркивает. Да, 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 да. Симпатичная девушка, эффектная, почему бы нет? А жених защищает. Мне кажется, пока да, он да, в моей стороне защищает. Роза? А я анекдот вспомнила. А вы говорят, спрашивают, говорят, а слон тонну бананов съест, съест он съест, кто ж даст-то? Вот боюсь, Иришка, не дадут ничего, надо все самим. И попроще.